Певица поздравила Микелу Абрамову и ее маму с победой на шоу «Голос». Дети, после того, как дочь Алсу победила на программе «Голос», дети звезды шоу-бизнеса раскололись на два лагеря. В первом оказались Максим Галкин, Вера Брежнева, Стас Пьеха, Светлана Лобода и другие артисты. Все они считают, что результаты голосования были подтасованы. В то же время Зара и некоторые другие звезды, напротив, поддержали свою юную коллегу по цеху Микелу Абрамову. К этому лагерю примкнула и Любовь Успенская. В соцсети она опубликовала совместный снимок с Алсу и поздравила мать и дочь с победой. «Алсу и Микела, я поздравляю вас с победой, мои дорогие девочки!» «Совершенно случайно на гастролях смотрела «Голос». Дети, и видела твое выступление. Микела, ты талантливая будущая звездочка, когда-то твоя мама заняла призовое место на Евровидении, а теперь и ты следуешь ее стопам и догоняешь. Продолжай в том же духе, я желаю тебе удачи и большого успеха на нашей сцене», — написала певица. Подписчиков возмутил пост Успенской. «Прогиб засчитан», — съязвил один. «Несправедливая победа. Все люди недовольны. Вы не правы», — возмутился другой. «Да жаль, что девочка так начинает свою взрослую жизнь. Таланты там были, но явно не она и не на таком уровне», — отметил третий. «Нехорошо Алсу поступила, нехорошо. Люди не дураки», — попенял следующий. «За что кукушка хвалит петуха?» — поинтересовался еще один. «Отписываюсь». В гневе покинул аккаунт поклонник Успенской.